В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники дорожно-патрульной службы отдела МВД России по городу Артему, старший лейтенант полиции Константин Голубь и лейтенант полиции Роман Хисматуллин получили информацию от оперативного дежурного о том, что в доме номер 67 на улице Интернациональной гражданин просит помощи. Полицейский наряд прибыл на место происшествия. Инспектор ДПС заметили клубы дыма, вырывающиеся из окна административного здания, на котором была установлена металлическая решетка, а также услышали крики о помощи. В окне они увидели мужчину, который безуспешно пытался выбраться из помещения. Мгновенно оценив ситуацию, полицейские ограничили подъезд к зданию, вызвали на место происшествия экстренные службы и поспешили на помощь. С помощью подручных средств сотрудники госавтоинспекции выломали металлическую решетку и помогли гражданину выбраться из помещения. Здесь на маршруте патрулирования. От дежурного МВД по городу Артему поступило сообщение о том, что по улице Интернациональной произошел пожар. Прибыв на место, мы увидели двухэтажное здание, из которого доносятся крики о помощи и идет столб большого черного дыма. Гражданин сам выбраться из здания не мог, так как на здании были обрешечены металлические решетки на окнах. Приняв решение незамедлительно устранить эти решетки, подручными средствами мы выломали эти решетки, достали гражданина и оказали первую помощь, после чего гражданин был передан скорой медицинской помощи. На месте полицейские оказали мужчине первую помощь, после чего полицейские передали его бригаде медиков. Пожарный расчет ликвидировал возгорание. На сегодняшний день жизни и здоровью охранника предприятия ничего не угрожает. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников полиции, их грамотным, слаженным действиям трагедии удалось избежать.